В ближайшее время в Даугавпилсе планируется построить 5 площадок по сбору сортированного небытового мусора. В частности, речь идет о предоставлении возможности горожанам бесплатно сдать мебель, упаковку, макулатуру и другие виды отсортированного мусора и сократить таким образом объем вывозимых бытовых отходов из контейнеров, установленных во дворах многоквартирных домов. Это, в свою очередь, приведет к уменьшению счетов за вывоз мусора. Площадки планируется построить по адресу Муитастрие, а также в районе улиц Пек, Крастас и Арендолас, Гайсмас, Лигинишку и Смилшу. На этой неделе Департамент городского планирования и строительства объявил о начале публичного обсуждения этого проекта. До 21 октября каждому предоставлена возможность высказать свое мнение по поводу строительства данных объектов в том или ином микрорайоне города. Познакомиться с информационными материалами можно в фойе городской думы, в Департаменте планирования и строительства или на домашней странице самоуправления daugavpils.lv. В разделе «Публичное общественное обсуждение». Обращаем ваше внимание, презентация проекта состоится 7 октября в 16 часов в конференц-зале Даугавпилсской городской думы.